На загадочное захоронение строители наткнулись случайно. Могила находилась на глубине около 3 метров, а ее содержимое удивило даже повидавших виды экспертов. При проведении земляных работ рядом с фасадом дома по улице Чернышевского города Казани с глубины 3 метров подняты останки предположительно пожилого мужчины и младенца. Также рядом с ними обнаружены рога неустановленного животного. Каким образом в одной могиле оказались погребены пожилой человек, ребенок и неизвестное животное, сейчас уже вряд ли удастся выяснить. А вот на то, чтобы установить причину гибели людей, экспертам понадобится около 10 дней. Тогда же и станет ясно, имела их смерть криминальный характер или же нет. Только по предварительным данным, захоронение может относиться к середине прошлого века, однако это пока лишь предположение экспертов. Следователи не исключают, что странной могилой могут заинтересоваться и историки. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Останки направлены на экспертизу, которая позволит установить их возраст, а также причину смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Стоит отметить, что только за 2 дня проведения работ на улице Чернышевского это уже 2-я находка. Предыдущее захоронение обнаружили на глубине около 1,5 метров. Только там останки принадлежали взрослому человеку. Детей или животных рядом тогда обнаружено не было. Мария Молочникова, Геннадий Федосеенко, эфир 24.